Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит. Меня зовут Виталий, и сегодня будем играть в игру Spike Pioneer. Это бесплатная 3D-стрелялка онлайн, друзья. Сегодня будем открывать новые галактики и исследовать невероятные миры. Короче, друзья, будем отправляться в захватывающее космическое путешествие, исследовать, завоевывать новые причудливые миры вместе с верным другом-роботом. Поэтому, ребят, с вас лайк, подписочка, кто еще не подписан, и пишем свой клевый комментарий. А я, ребят, давайте сейчас тут немножко посмотрю. У нас есть тут классы, ну, разные, понятное дело, у нас есть персонажи, и у каждого персонажа есть робот, у нас есть улучшение, можем улучшать своих персонажей, кстати, если что. И это нам будет очень сильно помогать. Со снаряжением, видите, ребят, я уже тут немножечко поклацал. И я знаю, что нужно улучшить, но у меня нету. Мне не за что это все улучшать. Ладно, о, давайте вот это улучшим. Так, все, хорошо. Ребят, здесь есть игра как онлайн, а есть соло. То есть соло мы можем здесь проходить до главного босса, чтобы потом его убить. Просто отправляемся на планету, выполняем всякие различные задания. Ну и есть, конечно же, онлайн. Как всегда, ребят, бой насмерть, каждый сам за себя, режимы вместе. Поэтому, друзья, если вы хотите увидеть все эти режимы, то обязательно жмем лайк, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан, пишем свой клевый комментарий. Короче, я это уже говорил. Лайк, ребят, и я буду снимать продолжение этой игры. Ну а сейчас давайте, я не знаю даже, а давайте, наверное, пойдем все-таки сюда. Давайте, может, будем вместе все-таки пойдем, а? Играть с друзьями. А ну-ка, давайте нажму сюда. А, рандомно. То есть мы сейчас будем проходить эту игру все вместе, да? Защитите цель. Окей. Команда Альфа, все наготове. Ставим турель. О, что это за головастики, ребят? И-ха! Алле, алле, алле! Воу! Это лунтики, ребят! Нас атакует лунь! Тебе меня не достать! Бойцы! Бойцы, держаться все вместе! Смотрите, это какие-то Пикачу бегают. Так реально, ушастые какие-то гремлины. Это просто гремлины. О, что это за... Блин, дайте кто-нибудь, дайте хлопушку. Мне нужна хлопушка, тут без хлопушки не обойтись. Так, о, меня атакуют. Прием, прием. Пш, пш. Блин, офигенно. То есть мы здесь будем биться до того времени, пока нас просто не завалят. Я уверен, сейчас появятся мощные эти всякие таракашки. Они по-любому нас... О, мы должны, наверное, охранять наши еще эти базы, да? Они же нам ведь помогают. Турель, надо ставить турель. А где мой мини-робот? Почему его нету? Я понял, я помогу. Это роботы, опаньки, мне надо аптечка, меня, нет! Так, друзья, с помощью божественной силы, просмотра рекламы я ожил. А ребята мои еще живы? Волна 4. Смотрите, роботы, это уже какие-то звездные его. Ого, они не сдыхают! О, Хьюстон! А как мне его убить, если оно не умирает? А где наши? Где наши? Где вы? Где вы, ребята? Дейнерис! Нам срочно нужна Дейнерис! Пусть угомонит своего драга! Не-не-не-не-не, каждый сам за себя... Ну, ребят. Блин, ребят, офигенный режим. Хочу еще раз пойти. Так, бой насмерть нет. Хочу сюда. Надо разваливать. Блин, офигенный режим. Вы видели? Драконы, роботы. Роботы вообще неубиваемые. Так, Альфа нафиг. Дельта. Альфа просрала. Вы единственная линия обороны. Не дайте покемошкам захватить мир, захватить планету. Скоро будут наступать гремлины. А чё они турельки не ставят? Блин, мне бы пушку улучшить. Волна 2. Хотели, ребят, себе такого какого-нибудь котика инопланетного? Так, окей. Да, нам надо базы. Все это надо охранять, я знаю. Так, ну вроде справляемся потихоньку. Ну, первое начальное, понятное дело. Самое главное теперь первым не сдохнуть, как в прошлый раз.
О, как мы их... Я думал, что уничтожили, оказывается, нет. Блин, почему они такие мощные? Может, я сильно слабый для этого режима? Но они хотя бы на мою турельку отвлекаются. А я не понимаю, почему ребята турельки не ставят. Ого, ого, ого. По-моему, меня сейчас убьют. Да, ребят, меня убили. Здесь есть множество различных турниров. Есть схватка с боссом. Орда, бронзовый турнир. Вот это, ребят, режим вместе, там где втроем. И бой насмерть. А ну-ка, давайте зайдем в бой насмерть. А, это мы, наверное, против друг друга сейчас будем воевать. То есть игра, в принципе, насыщенная различными режимами. И режимы, кстати, вообще ни хрена не легенькие. Так, кто-то что-то подобрал, да? Так, убили, убили? Нет, меня убили. Я буду, ребят, во все подряд, во все, что движется, стрелять. О, жизнь. Ой, меня, короче, турельки бьют. Блин, ну это какой-то скучноватенький немного режим. Но я хотя бы хпшку подбираю. Я хочу турельку. Падло! Как он так быстро? На! Я убил! Я убил! Я убил! Я кого-то убил. И меня, по-моему, сейчас убьют. А у чувака уже вообще, видите, они, у них другие какие-то скины, у них другие чувачки. Он понял, что мы слабенькие против него. А где он делся? Он же здесь был. На. Блин, чувак, ну я же, блин, того добиваю. Не, мне не нравится этот режим, ребят. Не, мне этот режим не нравится. Мне тот режим, он более динамичный. Так, граната, наверное, никого не достала, да? Если бы я еще... Блин, ля, я хочу бить одного, а потом появляется другой, я стреляю, получается, в другого. Я троих убил, ёпты. Я и не заметил. Блин, ну вот зачем со спины вы меня бьете? Блин, того чувака надо выносить, он на первом месте, он всех разваливает. Что вы делаете? А я его убил или нет? Наверное, давайте я, наверное, буду возле своей турельки находиться, а? Пусть она мне помогает. Не-не-не-не. Блин, как он кинул эту гранату? Не знаю, ребят, меня что-то здесь разваливает. Не мое. Так, ну у меня есть граната, если что. Вот так, подальше. Опаньки, тут кого-то убили. На, жри. Есть, я убил! Кстати, а у нас чувак уже девятерых тут завалил. А я только, получается, только троих, да? Четверых. Ну отстань, ля, я того бью, он, короче, меня бьет. Я не помню, здесь режим 2 на 2 или 1 на 1. Там вроде, нет, точнее, каждый сам за себя ж вроде, да, правильно? Да нет, тут все, жопа. Ну на, хотя бы гранату сожри. Не, ребят, мне не понравилось. Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом видео буду заканчивать. Обязательно, ребят, напишите мне свои комментарии, хотите ли вы, чтобы я дальше продолжал играть в эту игру. Тем более, здесь есть, ребят, различные режимы. Здесь есть режим соло, то есть мы обязательно должны пройти определенные главы для того, чтобы дойти до босса и убить главного босса. Поэтому, ребят, обязательно жмем лайк, подписываемся на мой канал, кто еще не подписан, пишем свой клевый комментарий. Ой, здесь могу что-то подобрать, получено трофеев, хорошо. Вот видите, можно поулучшать и пойти все-таки нормально поразвалить. Просто ребята уже были прокачанные, а я был, ну, как-то не сильно прокачанный. Все, ребят, всем спасибо и пока-пока.